Я говорю, они говорят, что у них есть этот парижским запахом. Я говорю, раздайте хотя бы по несколько кусочков, чтобы иногда дома нюхали и вспоминали, что комбинат пахнет не только дурно, но и хорошо. Ну, итог, он складывается из нескольких направлений. Первое, это только в последние 10 лет началась такая активная работа по предотвращению таких дурных запахов. Потому что несколько раз окружающий воздух в лаборатории наши исследовали, каких-то вредных выбросов, ингредиентов, веса здесь не обнаружили. Обнаружили только вот, можно понюхать, что есть запах. А, к сожалению, приборы это не меряют, обычно все запахи, как вы знаете, есть дегустация определенная, есть специалист. Поэтому этот запах, он устраняется в соответствии с технологией, которые применяются во всем мире. Есть адсорбенты, которые обволакивают и особенно места, где разлагается органика, это здесь присутствует расщепление жиров, идет окисление жиров. Вот это вот места самые вредные, вот они специальной установкой сегодня и специальными адсорбентами закрывают. Но практика использования показала, что в такую погоду, когда влажность повышена выше 70%, адсорбент работает менее эффективно. Мы сегодня приехали в самое такое время, когда адсорбент работает менее эффективно. Но я бы не сказал, что какой-то такой расширенный дурной запах обнаружен. Одновременно с этим идет испытание другого адсорбента швейцарского производства. Оно закончится где-то в середине ноября, который устраняет вот эту причину плохой работы при влажности. И третье направление – это по техническому заданию руководства. Сейчас в Беларуси на совместном предприятии российско-белорусском уже делается пилотный проект установки, которая системно концентрирует и устраняет эти запахи, и две ступени дает очистку на 94%, а установка третьей ступени на 98%. Вот в середине ноября опять же туда поедут с сырьем, которое применяется на этом комбинате, и будут в таком экспериментальном режиме пилотной установки исследовать, как она работает. Если результаты будут положительные, то сразу будет заказана строительная документация рабочая, будут строить здесь такие установки, с тем, чтобы уже совсем решить эту проблему. Сейчас все 29 источников, которые мы обнаружили здесь, вот такого дурного запаха, прикрыты вот такой технологией по канадской лицензии. Идет перспектива, о которой я рассказывал. Одновременно с этим надо исследовать еще и в этой промышленной зоне целый ряд других предприятий, в частности, синтез, рубероидный завод, металлургические предприятия и центр утилизации биотуалетов Бутинской железной дороги, где тоже могут возникать такие дурные запахи, с тем, чтобы население, получив вот этот источник запаха от другого предприятия, опять же не говорю, вот ничего здесь никто не сделал. Это поручение такое я дал Министерству нашей экологии и природных ресурсов. И я думаю, что с привлечением нашей передвижной лаборатории это все надо сделать в круглосуточном режиме и понять, не привносится ли здесь в общую такую картину, в общий спектр запахов и еще и другие запахи, которыми мы не боремся, все вваливая на массу жидкости. Вот все, по сути дела, выводы, которые сегодня сделаны в результате посещения, подчеркиваю, что есть полное убеждение и есть полное понимание, что с запахами с этим можно и должно бороться.